Семинар начинается. Читать буду его я. Потом, так как довольно сложно, наверное, доверять довольно молодому парню с бородой, семинар продолжит Ида Веник, представитель компании NetApp. Он расскажет, в общем, сначала о тех решениях, которые у них есть. И потом наш семинар войдет в самую интересную стадию. Мы расскажем, как использовать решения NetApp, как можно их применить в жизни. И расскажем об этом на примере реальных объектов, которые уже многие годы эксплуатируют это оборудование и довольны. На правах хозяина семинара я расскажу немножечко о компании нашей. Мы работаем с 1994 года, уже более 21 года работаем. В нашей компании 70 человек, и за 21 год мы успешно установили более 4000 объектов. 4000 объектов пользуются нашими системами. По всей России и СНГ мы имеем более 200 активных дилеров в 140 городах России и СНГ. Если вы спросите меня, что же такое M-Systems, я вам отвечу, что M-Systems занимается поставкой комплексных решений для систем технической безопасности. Мы разрабатываем программное обеспечение для управления интегрированной системой безопасности и поставляем оборудование для систем безопасности от лучших производителей Америки, Европы и с недавнего времени Южной Кореи. Мы начинали с APAX, и потом APAX развился в APAX 3000 и Lyrix. Если говорить о оборудовании для систем безопасности, мы поставляем систему контроля доступа, охраны, сигнализации, видеонаблюдения, учета автотранспорта и многое другое. Начали мы разработку своего софта APAX в 1996 году и были первые, кто вышел на рынок с коробочным продуктом. То есть мы его не дописывали от объекта к объекту. У нас было решение, и мы его продвигали, и если что, только писали интеграцию. В настоящее время проект APAX мы закрыли, но получили два других направления. Это Lyrix, интегрированная платформа для построения больших и очень больших систем безопасности, APAX 3000, универсальная платформа интеграции для контроля доступа, видеонаблюдения, имеющая свой NVR. И в скором времени мы выпустим третье решение, которого здесь пока нет. Я вас немножечко заинтригую, наверное. Это биометрическая система контроля доступа и учета рабочего времени, которая будет поддерживать исключительно биометрическое оборудование. Не нужно будет выпускать карты, еще что-то. Биометрическая система точно и надежная. Она будет сочетать наш опыт наших прошлых систем, наших 4000 объектов, как вы помните, с инновациями, которые приходят от Supreme. Но я об этом расскажу, наверное, лучше отдельно. Здесь вы видите там примерный список оборудования, которое мы поставляем. Мы поставляем оборудование и решения интегрированные для практически всех сфер деятельности. Государственные учреждения нас очень любят. До сих пор финансовые учреждения, банки, офисное и жилое строительство, промышленные предприятия, особенно распределенные, особенно в каком-нибудь труднодоступном регионе. Отлично. Транспорт, культурные и развлекательные учреждения. Мы работаем через сеть дилеров. То есть мы, за исключением очень редких случаев, когда конечный пользователь имеет свой департамент безопасности, способный устанавливать и проектировать и устанавливать систему безопасности. Во всех остальных случаях мы работаем через сеть дилеров. Напрямую с заказчиком, конечно, не работаем. Мы защищаем проекты, с нами очень удобно и хорошо. Индивидуально подходим, наши менеджеры по продажам индивидуально подходят к каждой ситуации, с каждым индивидуально беседуют, помогают и выставляют, естественно, выгодные предложения каждому.
Мы настроены на долгосрочные отношения, поэтому стараемся, и это делаем всегда, работаем честно, с открытыми картами перед нашими партнерами. Индивидуально с каждым заказчиком работаем, осуществляем информационную, маркетинговую, техническую поддержку, предпродажную, послепродажную. Проводим обучение и сертификацию. Сейчас у нас информационный семинар бесплатный, а также у нас проводятся платные технические семинары, после которых мы выдаем сертификаты, с которыми вы можете участвовать в тендерах. За время нашей работы мы накопили кучу наград и признания от наших поставщиков. Напомню, что они исключительно европейские, американские, и одна компания южнокорейская. Мы участвуем в выставках. В последнее время это только All Over IP и MIPS, крупнейшие выставки. Вот сейчас, вы знаете, будет All Over IP. За время участия накопилась куча наград, в том числе как за лучший инновационный продукт. Техническую поддержку мы осуществляем в полном размере. Это предоставление технической документации на русском языке. Если что-то новое появляется на рынке, переводим быстренько и вам предоставляем. Оперативно оказываем помощь по интернету и телефону. Проводим, как я уже сказал, обучающие семинары. Имеем большой склад и отлаженный канал поставок. Это наш контакт, вы, наверное, знаете. А сейчас я приглашаю на сцену Ида Вентика. Он является менеджером по развитию бизнеса NetApp. Ида? Доброе утро. Добро пожаловать на семинар. Я менеджер по развитию бизнеса компании NetApp Identification Systems. Компания базируется в Нидерландах и занимается разработкой, производством и реализацией собственной продукции. Компания NetApp была основана в 1929 году. С 1947 года ее акции размещаются на фондовом рынке. Основной деятельностью компании являются решения в области радиочастотной идентификации для самых разных вертикальных рынков. Оборот компании за 2014 год составил 177 миллионов евро. На экране вы видите нашу штаб-квартиру в Нидерландах. Здесь же располагается производство и департамент разработки продуктов и продаж. В 11 офисах компании, расположенных в разных странах мира, работает более 750 специалистов. Существует 9 бизнес-подразделений компании NetApp. Каждый из них специализируется на конкретной технологии или отрасли. Все бизнес-подразделения — это отдельные компании, объединенные общей торговой маркой NetApp. Далее я представлю вам эти бизнес-подразделения. Первый из них работает над обеспечением безопасности в сфере розничной торговли. Мы предлагаем противокражные системы для магазинов. Товары помечаются с помощью RFID-чипов, которые автоматически идентифицируются на выходе. Это позволяет не только предотвратить кражи, но и, например, автоматизировать подсчет товарных остатков для более эффективной торговли. Несколько слов о подразделении энергосистем. В частности, оно занимается разработкой систем эффективного энергопотребления для объектов крупного масштаба, складских комплексов, аэропортов, производственных предприятий. Речь идет не только о сохранении электроэнергии, но и об ее эффективном использовании, например, для очистки воды. К примеру, когда вы пьете водопроводную воду в Нью-Йорке, можете быть уверены, она очищена с помощью технологии NetApp. Еще одно подразделение NetApp занимается разработкой программной платформы для систем безопасности и контроля доступа. RFID-технологии используются не только для учета транспорта на улицах, людей в зданиях и товаров в магазинах, но даже для контроля над домашними животными, коровами, свиньями, овцами.
Вы можете проводить мониторинг поголовья скота, следить, находятся ли животные на контролируемой территории или вышли за ее пределы, ну и так далее. Итак, мы переходим непосредственно к подразделению NIDAP Identification Systems и нашим четырем основным решениям. Это идентификация транспорта, дистанционная идентификация людей, контроль и управление движением транспорта, например, ограничение доступа автомобилей в городских центрах, а также беспроводное обнаружение транспорта, применяемое для контроля занятости парковочных пространств, например, в зонах платной парковки в Москве, Мадриде и многих других городах Европы и мира. Мы являемся признанными лидерами в области дальней идентификации и обнаружения транспорта. Наши решения легко интегрируются в сторонние системы, например, системы безопасности, автоматизации парковки или управления трафиком в городе. Партнеры NIDAP Identification Systems представляют решения компании во всех регионах мира, от Азии до Соединенных Штатов. В России сертифицированным партнером NIDAP AS является компания AIM Systems.